Здравствуйте, меня зовут Александр Алексанян. В прошлом году я начал общественное движение «Голос армян». Теперь уже президент зарегистрированной в России общественной организации «КАНШ». На правах гражданина России, проживающего в России, и на правах армянина по национальности, рожденного в Армении, публично обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Господин президент, по минимальным подсчетам в России проживают более 2 миллионов армян. В свое время вы назвали цифру около 3 миллионов, а это приблизительно столько, сколько население самой Армении. В большинстве субъектов России население меньше, чем численность проживающих армян в России. Я и все те, кто присоединяются к этому обращению, не рассчитываем на ваши ответы. Вы нам ничего нового не скажете. Вы давно уже исчерпали свой потенциал, и ваши ответы нам давно известны. Ответьте нам, пожалуйста, господин президент, какое у вас отношение к нам? Что происходит с Россией? То, что происходит с Арменией, я знаю. Я вижу наши ошибки, и я борюсь против этих ошибок всеми доступными мне методами. Ռուսների հերն անից եմ, թքել եմ ռուսների վրա, Ռուսաստանում էլ ապրում եմ։